В детском оздоровительном лагере «Янтарный» прошло открытие первой смены. Она называется «К вершине Олимпа» и посвящена году Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Курганской области, который был объявлен губернатором Алексеем Кокориным. А я хочу сдать нормативы на серебряный знак отличия. Я выполнила отжимания, гибкость, бег и и прыжки. Мы решили сдать нормативы ГТО, потому что мы хотим быть достойными своих родителей, которые тоже сдавали нормативы. На протяжении всей смены ребята будут знакомиться с мифами Древней Греции. История олимпийского движения готовится к выполнению норм ГТО. В нашем лагере прошло открытие малых олимпийских игр. В разрезе малых олимпийских игр ребята будут соревноваться между собой, сдавать нормативы. И в конце смены они получат сертификат о том, что они сдали нормы ГТО в нашем лагере. На церемонии открытия смены ее участники высадили деревья. В посадке приняла участие начальник отдела социальной профилактики правительства Курганской области Ирина Кудрявцева. Она сообщила, что этим летом экологические и спортивные мероприятия пройдут во всех детских оздоровительных лагерях Заурали. Темы смен в этом году посвящены, безусловно, году экологии в Российской Федерации и году ГТО в Курганской области, которым объявлен был нашим губернатором. Поэтому за здоровый образ жизни, за экологию, экологию к природе, экологию к своему здоровью, к ближнему. То есть вот такие как бы темы, они характерны для тематики смен в наших оздоровительных учреждениях в этом году. Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».